Вот в школу, если ты пришел в класс, вот тебя воткнули, все, до свидания. У тебя нет возможности выбрать. Нет кнопочки, чтобы переключить. И зарплата не зависит от того, кнопочку переключил. Тебя не выгонят. В твой класс не могут записаться или не записаться. Совсем другая система. Абсолютно. Надо ее менять. Понимаете? Менять ее. Вот мы, например, говорили о враче. Александр Леонидович, что любая система медицины, вот ее изменить, должна начинаться с врачей. А у нас, посмотрите, чему учим, непонятно, кто учит, непонятно. Но мы говорим, дайте деньги. Деньги, само собой. Но опять же, сколько?